Всем большой привет подписчикам и интересующимся теплотехникой, пришедшим на мой канал. Я хотел сейчас вам рассказать и показать одну полезную вещь, так называемую инфракрасную пушку электрическую, которая сделана в корпусе от галогенового прожектора 5-киловаттного металлического с параболическим отражателем, который продавался без лампы накаливания, и цена его была смешная, 500 рублей. Это параболическое зеркало, просто с крепежом. Я разместил галогеновую линейную лампу на 2 киловатта. Вот в серединке с помощью патронов керамических, которые укрепил на штатных местах, я закрепил галогеновую линейную лампу. Ее цена 150 рублей, 2 киловатта. Этот прожектор может подвешиваться где-либо или устанавливаться и имеет мощность 2 киловатта. Но его я включил через диммер. Диммер — это устройство на семисторах, которое может плавно менять мощность этого нагревателя или нашей пушки. От 100 ватт, я могу буквально менее 100 ватт, до максимальной мощности плавно. Вот я максимально прибавляю, это ее мощность 2 киловатта. Этот прожектор можно направлять в зоны, которые необходимо прогреть. Локальный прогрев. Он имеет раму, крепеж, и может направляться в нужное место. Я вот прогреваю, допустим, стену. Он имеет зеркало. Я могу прогреть вот эту вот зону, которая у меня, допустим, сырая, буквально от любой мощности, от 100 ватт и до максимума, до 2 киловатт. Этого вполне достаточно. И эта зона очень длинная, линейная, длинная. Вот такая вот интересная пушка, инфракрасная пушка-прожектор. Подписывайтесь на канал, жду вас в гости. Всего доброго.